Маски, перчатки, минимальные контакты. Коронавирус не отступает. Число заболевших снова растет. Власти вынуждены вводить ограничительные меры. Больницы и медперсонал Одинцовского городского округа готовы оказывать помощь населению. За выполнение особо важных работ в период ковид медработникам предусмотрены стимулирующие выплаты. Постановлением правительства от 9 сентября 2020 года номер 1381 внесены изменения в правила осуществления стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, которые осуществляют помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ продлены еще на один месяц, на сентябрь. Постановление об этом размещено на сайте правительства. Речь идет о компенсациях, предусмотренных поручением президента, и правительственным постановлением от номер 484 их получат следующие медицинские и иные работники, которые непосредственно участвуют в оказании помощи гражданам с COVID-19. Врачи стационаров 80 тысяч рублей, средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи 50 тысяч рублей, младший медперсонал стационаров, а также водители средний и младший медперсонал скорой помощи 25 тысяч рублей.